В завершении выпуска о спорте. В Пензе завершился традиционный международный турнир по смешанным единоборствам «Битва на Суре». Ежегодно эти соревнования собирают сотни, а то и тысячи зрителей. Поклонники ММА увидели 12 профессиональных боев, два из которых женские. Приняла участие в сурских поединках и представительница Чувашии. Вновь попробовать себя в турнире решила Наталья Денисова. В решающем поединке ее соперницей стала серебряный призер чемпионата мира по универсальному бою, чемпионка Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» Марина Львова. Однако титулованной спортсменке не удалось сразить подопечную Андрея Жилкина. Чебоксарка Наталья Денисова одержала над ней победу нокаутом в начале второго раунда и стала победительницей битвы на Суре.